Снова здравствуйте, всех приветствую на своем канале. Как-то у меня был запрос в комментариях на тему. Сейчас я гляну, как я слежу за фигурой за своей, что такая тощая и стройная, да? На самом деле я особо не слежу за фигурой. Иногда у меня распирает там в каких-то местах, ну, в основном же в талии, да? Типа животик такой. У меня еще родня или знакомая прикалывается беременная едой. Я в основном слежу как? Я утром делаю маленькую зарядку. У меня кто-то там прикалывался, что записать, и все-таки я не готова на такое, чтобы записывать это на камеру. Просто я делаю некоторый комплекс упражнений, там чуть-чуть рассчитан на пресс, там наклоны в стороны, ну, это наклоны вниз. И в основном он рассчитан, ну, где-то, наверное, на район этой талии. Плюс там это, ну да, в основном на нее и рассчитан. Ну, там, может, чуть-чуть для ног, чуть-чуть для рук. И чуть-чуть для живота. И у меня это, как бы я ни растягивала время, сколько бы я этих упражнений ни делала, больше 15 минут у меня не получается. Больше, чем на 15 минут растянуть. Ну, вообще, где-то минут 5-7 максимум получается делать эту зарядку. Ну, соответственно, я, конечно, очень редко ем жареное, но иногда меня прет, да? Ну, хочется, да? Я очень редко ем вот все эти чипсы и сухарики. Сейчас скажу, наверное, будете смеяться. И я от чипсов у меня болят зубы. Мне они кажутся крепкими, я их рассасываю. Хотя сухарики я тоже рассасываю, перед тем жевать. Но на мое счастье или несчастье, потому что у меня уже 8-й день, это мигрень. У меня десно подготовляется к тому, чтобы стать мамой или папой. Короче говоря, оно там, видимо, зуб начинает расти. Потому что чем я с ним только уже не было, оно даже вроде как утолщилось. Я отошлась от темы, ну, что я, как я слежу за фигурой. Ну... Скрабик это относится к слежению за фигурой, или это относится к слежению за кожей, этой которая на этой фигуре? Я довольно много хожу пешком, я стараюсь больше двигаться, в общем. Ну, одно время увлекалась танцами, в детстве мы занимались танцами, у меня сестра ходила в танцевальный, а просто потом летом устраивала дискотеки, я с 3 лет занималась танцами просто от нее уже. Потом чуть-чуть я ходила, может, буквально пару-тройку уроков. У меня сестра ходила в музыкалку, там был специальный класс, такое эстетическое отделение, и меня туда кидали. У меня сестра тащилась от Джексона. Ну, благодаря ей, наверное, я тоже не то чтобы тащилась, но мне просто нравился. И она, соответственно, изучила его ту танцы, и я, соответственно, за ней повторяла. Ну, она, точнее, хотела, чтобы так получалось так, что хочешь не хочется, все втроем в одной деревне, да, и что слушает Маша, то слушают и все остальные. И, в общем, я стараюсь в среднем 2 часа быть на воздухе свежим. Ну, свежий воздух, понятие относительно, да, в деревнях там на природе он более свежий, чем в городе, но в одном городе свежее, в другом городе меньше свежее. Я стараюсь ходить пешком, если вот, ну, конечно, куда-то там езжу на маршрутках, на автобусе, но чаще всего, даже вот иногда в плохую погоду, я стараюсь ходить пешком. Я иногда вот просто идет, допустим, дождь, у меня воздуховое голодание, я беру зонтик, я куда-то иду пешком. В общем, я хожу пешком, благодаря этому у меня, видимо, ноги, говорят, сейчас скажут кто-нибудь в комментариях, что я себя огромного самомнения, ну, я не считаю себя крокодилом, и учитывая мнение большинства людей, даже тех, которые меня там не переваривают, у меня довольно стройные ноги. Именно, скорее всего, благодаря тому, что я очень много хожу пешком. Еще у меня есть велотренажер, и иногда я занимаюсь на нем, иногда я вот, ну, когда вспомню, занимаюсь, когда вспомню, каждый день занимаюсь, иногда вот просто фиговое состояние, и я не занимаюсь. Ну и забываю, в принципе, если в прошлом году я вот его им не занималась, обычно, когда приезжаю в деревню, сейчас прям у меня велика нету, но когда я приезжала обычно в деревню, первые несколько километров я вообще ехать не могла, там ехала где-нибудь 500 метров проеду, и все, ой, блин, все болит. А тут именно благодаря тому, что я занималась даже, к примеру, 3 раза в месяц, ну, или раз в неделю где-то так вот на велотренажере, буквально там по 5-7 минут, у меня именно благодаря этому я приезжала в деревню, садилась на велосипед и могла проехать эту круговую дорогу, у нас там около 10 километров, если не больше. Тут вот, я видеообзор как-то снимала, типа влога, как я иду по дороге, вот как раз вот это вот место, оно там около 10 километров, если не больше, и я вот ехала на велосипеде, иногда делала, у меня где-то, причем добирала времени так, что, допустим, за полчаса я должна делать круг.
Или, допустим, за 25 минут я должна сделать круг, чуть-чуть передохнуть и делать еще круг. Ну и куда-то ездить. В общем, езжу на велосипеде. Ну и у меня еще турник висит на кухне, и я там просто лишь вот так за лапки передние. Подтягиваться у меня не очень получается, у меня больше получается на руках качаться. Типа как обезьянка на лянке, да? Ну и вот, наверное, вот так я и слежу за фигурой. Ну еще я пью пуэр. У меня сейчас чашки тут. Еще там всякие чаи и травки завариваю. Ну, просто ем еще, не, я ем не то чтобы часто, но чаще всего стараюсь есть часто, но по чуть-чуть. Ну, связано с какими-то у меня там этими ЖКТ или как оно там, короче, с желудком опущенным и вообще еще в детстве там с какого-то возраста, когда все дети начинают болеть этими желудками, гастритами и прочим, что советуют там поменьше, пореже, почаще, но поменьше, да? Ну и как-то я больше стараюсь есть все-таки более полезную пищу, чем вредную. Ну, очень редко ем там, допустим, сало, там жареное что-то, типа курицы или еще что-то. В основном вареное, там кашки всякие. Ну, иногда я всякую хрень ем, могу кучу булочек скупить и слопать. Но это уже так, это приспичивает. Как все равно, что как в саду захочется по собственному желанию покопаться в этой в грядке, да? Вот, наверное, и все. Вот такое сумбурное видео. В общем, если вы досмотрели до конца, то спасибо вам. Ну и до новых встреч. Пока.